Конференц-зала для навчання матусь, ігрова кімната для малечі, а також пральня, кухня і столова. Відкритий у 2015 році Дніпровський центр матері та дитини став осередком соціальної допомоги. Тут новоспечених мам рятують від депресії, домашнього насильства і допомагають у життєвій скруті. Розрахований заклад на 15 дорослих мешканок із немовлятами. Втім, наразі в центрі відчувається нестача підопічних. Соціальні робітники кажуть – звертайтеся, місця є. Про можливості центру, матері та дитину нашій знімальній групі повідав персонал закладу та його підопічні. Вони допомагають зі свідоцтвом про народження та збором медичних довідок. Можуть посидіти з малюком і записати його в дитсадок. Дніпровський соціальний центр матері та дитини опікується мамами у скрутному життєвому становищі. Зараз адміністрація каже, про заклад мало хто знає, тож підопічних дуже мало. Центр розраховано на 15 мам з дітками. В даний період у нас 7 мам. Найстаршій мамі 43 роки, наймолодшій 18. Мамы здесь могут находиться с детьми до исполнения ребенку полутора лет. Жизненная ситуация, нет контакта в семье, нет контакта с гражданским мужем, нет жилплощади. Наш папа, как-то, не знаю, то ли испугался, может, как-то, знаете, бывают разные жизненные ситуации. А я с многодетной семьи, у меня папы нету, мама не особо располагает, на пенсии. Я с интерната, только я забеременела в Бурсе была, и сюда попала беременная уже. Мать она молодая, ей 18 лет. Если посмотреть, тебе бы некуда было идти, куда бы ты с ребенком пошла бы? Пришлось бы Катю сдавать бы в детский дом. Я сама с интерната, и жила всю жизнь по съемным квартирам. А сейчас с маленьким ребенком, не берут нигде. Здесь девочка, у нее двое детей, у нее сгорел дом. И тоже директор ей помогает, делает справки, чтобы как-то получить хоть комнату в общежитии. Были проблемы с жильем, поэтому попали в центр. И хорошо, что он есть, что есть возможность, пока свои проблемы будем решать, да, скажи? Есть где жить нам с дочей. Они не платят ни за свет, ни за тепло, ни за воду. Выдаем продукты питания. Наша задача – научить тот, кто не может, научить готовить, кушать, потому что девочки иногда не знают, и как котлеты приготовить, и как борщ сварить, как суп сварить. То есть наша задача – социализировать. Есть преподаватели, они приходят, дают разную литературу, показывают, как нужно делать. Есть психолог, который приходит со мной, работает. Есть игровая, есть мастера им, прачечная. Есть гладильная доска, есть нам выдают утюг гладить. Есть, если мы там готовим что-то с мясного, это есть блендер, ребенку можно взбить, тот же пюре, суп сделать. Выдают продукты. Пока привыкла, пока это, даже приносили уже в готовом виде. Главное обратиться, позвонить и сказать, мне нужна помощь. Можно обращаться в Центр социальной службы для семьи, детей и молодежи, который находится на улице Новосильная, 21, по телефону 772-3064. И мы предоставим все необходимые перечень документов, информацию, которая необходима для поселения. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.